На улице наступило долгожданное потепление, но плюсовая температура поспособствовала тому, что снег, которого за последнее время выпало очень много, начал таять, создавая на дорогах грязь, гололедицу и прочие неудобства. Недавно стартовавшая в Подмосковье акция под говорящим названием «Дружные соседи. Чистый двор» создана для того, чтобы помочь жителям очистить парковочные места и придомовую территорию. Жители домов должны заранее между собой договориться и убрать все автомобили из двора примерно на час, за который коммунальные службы расчистят все проезды. Так, например, убрали двор от снега и грязи на улице Ленина, 4 в Чкаловском. Организована работа по очистки придомовой территории от навалов снега. Задействована техника в виде трактора НТЗ-82. Также дворники в количестве 8 человек. Жители, проживающие в доме номер 4, рады тому, что теперь у них во дворе будет чисто, и они смогут беспрепятственно въезжать туда на автомобилях. Чтобы управляющей компании ничего не мешало убрать территорию, накануне все соседи были оповещены о том, что машины нужно убрать. Дворник развесил объявление. И поэтому, естественно, конечно, жители такие хорошие взяли, все вот вовремя убрали. Видите, у нас все тут пусто, ни одной машины нет. Напоминаем, если вы хотите, чтобы в вашем дворе также очистили парковочные места, нужно сообщить об этом в администрацию по почте blag2015@mr.mail.ru. Удобную дату и время. Также не забудьте приложить к своему письму список с номерами телефонов тех жителей, которые готовы убрать свои машины. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.